наш народ, он очень скромный, выдержанный, добрый, понимаете, терпеливый, в конце концов. Вот. Ему скажите, что вот давайте сделаем, нам будет лучше, будут делать. После войны фронтовики, вообще наше поколение, пользовались колоссальным авторитетом во всем мире. И у своего народа, и так далее. А сейчас что? Сейчас мы возвращаемся. Видите, мы вынуждены возвратиться. Потому что, ну, иначе же нельзя. Ну, как же терять ее поколение? Это же ведь наши же дети, это же будущее нашей России. А ведь Россия-то, она остается же Россией, правда? Значит, и будущее, это мы за него болеем, за это будущее, и хотим сделать лучше. Мы уйдем, нас осталось 2,5 миллиона человек. Самый верный мой друг – это мой Ваня. Во-первых, он мужчина. Во-вторых, мы с ним друзья. Вот. А вот как дети относятся, я вам скажу так. Они, конечно, новое поколение. Их надо понимать. И они говорят, что мы хотим жить лучше. Конечно, духом-то мы падать не должны. Ведь мы же великий народ. Разве мы можем допустить, чтобы вот так вот мы плохо-плохо? Давайте делать хорошо.